Все нормально, посмотрел. Привет. Не только стадион. Вот здесь маленький. У меня очень хорошее впечатление, Казань полностью готова, ну, скажем, уровень объектов спортивных, он, конечно, очень впечатляет, вообще все в целом на высоком уровне, все объекты подготовлены, готовы, и, конечно, впечатляет Казань-арена, где установлен 50-метровый бассейн, и, конечно, 11 тысяч вместимость, в общем, все условия созданы, современная арена для водного поло сделана, ну, а наш дворец для прыжков воду здесь. Он тоже, конечно, очень хорошего уровня, мы это знаем. Прекрасное место выбрано для хайдайвинга. Я считаю, что это вообще в совокупности с набережной, то, что сделано, это такой, ну, я думаю, что будет один из лучших и посещаемых объектов. Так что в целом созданы все условия для спортсменов, для специалистов, для журналистов, для болельщиков. И я в предвкушении хорошего, большого такого спортивного праздника. Сейчас мы можем сказать, что 190 стран заявилось. Уже сегодня есть около 1000 спортсменов. Условия проживания прекрасные. Организация на высоком уровне. Так что уверен, что Казань справится и пройдет незабываемый чемпионат мира.